Приветствую, бойцы! Сейчас посмотрим настройки мему, чтобы поднять FPS до 60. И также сейчас вы видите наглядно две картинки. Одна 30 FPS, другая 60 FPS. Не буду специально говорить, где какая картинка. Сами должны это увидеть. Где более плавное движение, может произойти ошибка зрения. Визуальный обман, может показаться, что картинка на перемоте. Нет, нет, ничего не перемотано, ничего не ускорено. Поначалу, когда глаз не привык, картинка 60 FPS может показаться, как будто бы она на ускорении. Сейчас перейдем в настройки, полетели, посмотрим настройки мему. Итак, давайте вам покажу, где нужно включить галочку, чтобы у вас стало 60 FPS в игре BioRobot эмулятор Android на компьютер. Заходите в настройки, шестереночка. Давайте пробежимся по всем настройкам. Вам нужно поставить количество ядер как можно больше, чтобы, соответственно, было у вас без тормозов, чтобы было стабильно выдавало 60 FPS. У меня процессор 4 ядра, и поэтому я поставил максималочку 4 ядра. На оперативной памяти здесь все попроще. Здесь не нужно каких-то космических масштабов, там 4-8 гигабайт для данной игры BioRobot. Хватит и 1 гигабайта, но я поставил 2 гигабайта, чтобы было запасом. Стоит у меня разрешение Full HD. То есть 1920x1080, DirectX, русский язык, это не важно, 60 FPS. Но самое главное, это надо поставить галочку High FPS Mod. Разработчики из компании Memu работают, и, соответственно, в играх они увеличивают FPS вплоть до 120 FPS. Но для игры BioRobot еще не произведена переработка, и поэтому в игра BioRobot максимально выдает 60. Будем надеяться, что впоследствии когда-нибудь... Но игра BioRobot популярная, и я думаю, возможно, разработчики руки дойдут, и они сделают 120 FPS в данной игре. Так, нажимаем сохранить, запустить немедленно, и после этого наслаждаемся 60 FPS в игре. Но не показал, как посмотреть, убедиться, без всяких посторонних программ, сколько у вас именно FPS. Для этого давайте уменьшаем окно, нажимаем вот эти палочки, Windows Setting и FPS Display. Нажимаете, и у вас в верхнем левом углу начинает отображаться. Сейчас отображается у меня 31 FPS. Без всяких посторонних программ можете прямо из эмулятора смотреть, как справляется ваш компьютер, сколько у вас выдает FPS. На этом все, пока.